есть люди-фонари. Не ведая о том, прокладывают путь всем заплутавшим душам. Маяк хрустальный, озаряющий маршрут. В дремучем лесе или в пещере темной, даже там их простираются лучи, и не молчит, звучит их голос ясный. И вот ты смотришь вниз себе под ноги, спотыкаясь, падая, без вести пропавший. Вдруг видишь огонек во тьме ночной. Вначале маленький, как искра звезд на небе. Потом все больше ширится волшебный горизонт, и вот ты замечаешь свои руки, ноги и себя всецело. Вокруг уже слепяще чисто, к ним не приблизиться так близко, лишь сдалека их образ обрисован, и слезы катятся от красоты такой. И слезы радости и грусти вкупе, что не дойти в мгновение и не раствориться. Лишь чувство благодарности теплится внутри зажженного огня. Как Прометей, несу теперь и я частицу Бога, пробужденную и жаждущую лить рассвет, где мрак сковал сердца.